Во вкладке Deform активируем инструмент Share. Нажимаем во Viewport. Перемещая стрелки, можно передвигать объект с учетом воздействия линейного фолофа. Инструмент Share – это комбинация инструмента Transform и линейного фолофа. Transform позволяет нам изменять смещение в пространстве, задавая вручную показатели или передвигая стрелки. Настройки линейного фолофа позволяют изменять начальные и конечные координаты действия фолофа, то есть вот этих маркеров. Также можно применять Auto Size по одному из направлений вдоль которого будет применяться фолов. Кнопка Reverse меняет направление фолова. Symmetric, None без симметрии, Start. Значит, фолов станет симметричным относительно стартовой точки, то есть стартового маркера, или относительно конечного. Shape Reset позволяет задавать форму смещения геометрии при помощи фолофа. Easy In, Easy Out, Smooth или ручные настройки. Режим Mix Mode определяет, как будет смешиваться действие фолофа и действие инструмента Transform. Есть разные режимы: Multiply, Add, Subtract. Max и Min. Также Mix Mode влияет на смешивание разных фолофов. К примеру, есть уже линейный. Добавим Radial фолов. Для того, чтобы применить действие инструмента, нажимаем пробел.